вот привыкли к тому, что асфальт, бордюрный камень, все. А уже деревья, какие деревья, почему именно такие, значит, и дальше все остальное, они это берут и совершенно исключают из своей повестки. Стрелка, я отдавал даже свою жизнь. Надо сейчас вам подключаться, потому что здесь вообще это не имеет отношения ни к другим проектам. Это системная работа, которая будет и в этом году, и на будущий год. Это проект на несколько лет. И учитывая, что у нас с вами не только улица Рахова, но и большое количество парков сверху, вот он пример просто приведут, был в Вольске. Там это чисто такой у нас благотворительный проект, историко-культурный парк в Вольске. Мы туда приехали, что увидим? Земляные работы сделаны. Но вот все то, что дальше должно быть сделано, не туда идет. Поэтому мы работу остановили, совершенно правильно. Остановили, договорились, что должны приехать специалисты, должны подсказать, где какое должно дерево быть высажено, какой кустарник должен быть высажен, какой полив должен быть. Нет, там деревья убрали старые, учитывая, что там деревья 100 лет и так далее, они там разломаны уже. Ну, часть убрали, часть оставили. Но вот такие, как мы, должны привлекаться для реализации таких проектов. И для подготовки, в том числе, тех заданий. У нас много проектов. Без этого просто... Вы знаете, без этого мы можем с вами потерять возможности, а эти возможности нам дают сделать город красивее и, самое главное, более комфортно. Поэтому мы же с вами говорим об общественном пространстве, мы с вами говорим о местах отдыха, потому что я вот прочитал ваши высказывания, они полностью легли на мое восприятие. Причем там есть те вещи, о которых, допустим, я не задумывался, и исхожу из того, что вы абсолютно правы. Поэтому нам надо многому еще самим учиться. Мы впервые реализуем эти проекты за постсоветское время. У нас не было таких проектов, и поэтому было бы правильно нам не допускать ошибок, а опираться вот на такое мнение. Поэтому я предложил Николаю Васильевичу, нам нужно взять из двух вузов, собрать профессионалов, провести конференцию, эту конференцию пригласить, в том числе подрядные организации, которые работают в этой сфере, заказчиков пригласить, которые выступают заказчиками по этой программе, пригласить представителей органов местного самоуправления и районных администраций, которые должны понимать хотя бы азы этого. А вы мне расскажете про эти азы. Ладно? Конечно. Поможете? Конечно. Да? Конечно, могу. У нас очень много проектов. Юбилейно мы тоже уже готовы, в первую очередь, прям целый проект. Как раз вот по конкурсу. Конкурс же был на парке. Да. И вот у меня двое студентов, и я, собственно, подключилась к этому. И мы сделали проект. И полностью, в первую очередь, уже с чертежами, со всеми делами отправили. Но тут тишина. Вот тут, кто проводит этот конкурс, нам даже не ответили. Так что такая ситуация.